Сегодня у нас с вами 20 июня. На днях в Сочи был сильный шторм. Даже есть потерпевшие. Но мы с вами узнаем в этом ролике реальную температуру Черного моря 20 июня. Сейчас температура воздуха у нас 30 градусов тепла. Мы с вами заходим по колено в море и устанавливаем градусник. Градусник установили. И пока мы ждем 3 минуты, я вам показываю, что было буквально вчера в Лазаревское, вид с Лазаревского пирса на северную сторону, в сторону Москвы. Причали. И также вид на южную сторону, в сторону Чимитаквадзе. Сейчас все видео мы снимаем в поселке Чимитаквадзе на пляже перед гостевым домом Гавана. Градусник у нас потихоньку уплывает в море. И также в Чимитаквадзе на территории гостевого дома расцвела японская акация. Такая же японская акация с розовыми пушками, которая есть в парке Галицкого. Локация называется «Зеркальный лабиринт». Там у них на Кубани есть японская акация. Если вы хотите максимально получить от вашего летнего отдыха полноту эмоций, то можете из Лазаревской, сколько до Роза Хутор ехать, 3 часа на электричке, и также ехать из Лазаревской до Краснодара, тоже ехать 3 часа. Вы можете посетить парк Галицкого. Привет, Левик, привет, Марк. Также вот проезжают сап-серфингисты у нас в Чимитаквадзе. Можете приехать со своим сапом в Лазаревской. Сап в аренду стоит, по крайней мере, в прошлых годах стоил 700-800 рублей на час взять сап. А так вы можете его купить в интернете. Почем покупали сап, Марк? 15. За 15-16 тысяч можете купить себе свой сап и кататься на нем без проблем, без ограничений на собственном сапе. А в час он его стоит взять 700-800 рублей. Это цены прошлого года. Прошло 3 минуты. Мы с вами достаем градусник из воды. Итак, реальная температура моря после штормов 25 градусов тепла. Температура морской воды 20 июня 25 градусов тепла. Подписываемся на канал, ставим лайк. До новых встреч. Пока.